лучших своих баллов. Ну, это было бы и удивительно, если бы они набрали лучшие баллы с потерянными твизлами и другими своими какими-то ошибками. Но обратите внимание, что они проигрывают произвольную программу Самуэльсон и Бейтсу. В общей сложности они, конечно, не могут им проиграть, потому что у них и так было преимущество. А так, по произволке они первые. Я имею в виду американцев. Ну что ж, теперь танец Бельбины Бенджамин Агосто. Тоска. Эффектную
поддержку в завершении придумали с нашими тренерами американцы. Точнее, наши тренеры с американскими ребятами. Умирает только почему-то Тоска, а не Марио Гаврадоси. Ну, все так запутано. Все умирают. Красивый шарфик ему придумали в этом костюме. Казалось бы, очень простом. Вообще столько всего прекрасного делается в фигурном катании за всю его историю. Некоторые говорят, ну как можно говорить о том, что что-то не так, что-то не то сделано, когда это такое прекрасное на это, на какие-то там программы потрачены столько сил, эмоций, костюмы, постановка. Думаю, что действительно, вот как жалко все-таки, что это спорт. И что кто-то все равно должен проиграть. Потому что в точку попадает яблочко все равно кто-то один. Ну что ж, Наталья Линчук и Геннадию Карпоносову сейчас живется интересно и не скучно. И много у них учеников высочайшего класса, которые претендуют на самые высокие места. Это настоящее тренерское счастье. И, конечно, за эти оставшиеся 2 года голова должна будет поболеть у наших знаменитых спортсменов и тренеров, чтобы успеть сделать то, что неплохо было бы делать года 4, даже 5-6. Бенджамин, Бенджамин. Серебряный призер Олимпийских игр. Сделать шаг вперед на следующих Олимпийских играх, конечно, будет тяжелейшей задачей. Да более того, даже сохранить в нынешней ситуации конкуренции будет чрезвычайно тяжело. Битва будет сумасшедшая. $91 на 20 баллов меньше, чем они получили на чемпионате мира 2005 года. Но вы же знаете, это были другие правила, другие соревнования.